Ой, да! Зай, подержи, я покажу свою одежду. Вот так вот держи. Девочки, обратите вот на это место. Какая Лопес, какая Кардашьян, вы о чем? Вы похвалились здесь. Вы вообще понимаете, что происходит сегодня? Смотрите, как красиво. Вот, вот. Мы сегодня кидаем привет Лопес и Кардашьян. From Russia with the love. А, смотрите, что. Так что все, Маш, передай привет в эфире, пожалуйста. Красиво. In English language. Очень приятно, кстати, кофточка. Это из чего, Лен? Это джерси. Что это? Ткань такая джерси. Ласкает тело, переливается. А я чувствую это приятно. А ручки разве тебе тоже не ласкают тело? Какие приятные. Живот у меня большой. Вы что, вы пиздите. 100%. Поставьте камеру. Вы пиздите. Смотрите, какой у меня живот. Его нет. Смотрите. У меня жопа есть. Девочки, завидуйте молча. Прекратите. Какая талия, посмотрите. Какая пятая точка. Вот. Вот Лена, молодец, меня хвалит. Так Маша, если есть что хвалить. Это кофточка и брючки серый, синий костюм. Вот. Красиво же, да? Мне кажется, очень красиво. Очень красиво. А где Оля? Майка идет с этим пиджаком. Мам! Мама! Выйди к нам в эфир! Оль! А, нужно заправить. Покажи, заправить. Куда займешь? Вот. Консилиум. Не, мне просто заправить не надо. Да? Надо носить с легким пренебрежением. Дорогие вещи носят с легким пренебрежением. Нет, заправлять не надо. Пиджачка не хватает. А есть пиджачок. Бомба. Вообще, слушайте, вы куда вообще раньше смотрели? Кардашьян и Лопес отдыхали. Подожди, я серьезно надо говорю. Расправить, Лия. Так, а где мне пиджачок? Ой, сисяндры крутые. Ой, спасибо. Да. Сисяндры. Смотрите, какие хорошие. Красивые. Сейчас. А, пиджачок был, Лена, где у нас? Вон висит, вон. Где дождь? Нет, нету. Льняной какой-то был. А какой? Вот, нашла! Несу, дети! Вот. А, это экозамша. А, это экозамша. Тоже антишторм, ни вода, ничто не понятно. А, ни вода, ничего, да? Да. Обалденно. Вообще такая девочка стала просто. Где наш Rolls-Royce, я не поняла. Подгоняйте смело. И только Rolls-Royce. Сегодня я устроила этот показ мод, дорогие друзья. Ты скажи, что нам теперь кризис просто не почет, когда у нас есть такой фэшн-бренд. Красиво? Блядь, отстает видео от звука. Ну что я могу сделать? Зай, отстает. А, вот. Ты мне сними пока вот мой сторис. Ну, параллельно. У дизайнера голос классный. Thank you. Классный. Спасибо, девочки, огромное. Смотрите, какая красивая. Fashion trend. Володя, мы что берем? Это? Владимир. Он же Владимир, всегда голос из-за кадра. Когда фигура четкая. О, брюки говорят бомба. Ну, наконец-то, спасибо, девочки, для вас. Они в свободной продаже. Заходите на аккаунт Елена. Английскими буквами. Три нижних. Еще что есть, снимаю. Дашкова. Много что. О, Лена, я тоже хочу покурить. А куда пепел сбрасывать? Вот я кидаю. Бери, открывай. Все, пачку. Сейчас открою. Так, дорогие друзья, зовем Петерчик. Сделайте ссылку, пусть заходят, скажи, покупайте на аккаунте три нижних подчеркивания. Слушайте, ну реально, такие. Знаешь, Лена, мне никогда не подходили брюки. Ну вот, наконец-то, да, проснулась а наша спящая царевна. А как так вышло, то, что талия подчеркнута и это сидят. Конструкция, посадка,
отрабатываем, конструктора отрабатывают, да. Примерки, конечно. Ну вот представь, смотри, на мне брюки. Я крупная женщина, я больше тебя в два раза. Но... Нет, не больше. Если я тебе дам эту же модель из капсул Deluxe, мне девочки кубик, это капсул. На мне сидит, я вот такая, да, и на вас. Это очень длительный конструктивный процесс с большим количеством примеров. Как-то так. Большая, серьезная, дорогая, профессиональная работа. Поставили эти фильтры. Давай, давай, хорошо. Хорошо. Так, ну что вы тут пишете такого интересного в Турции, в фабриках? Понятно. Скажите в эфире, Елена, три нижних подчеркивания, Дашкова. Я отметила, Лена. А уже, отметили вас, да. Елена, три нижних подчеркивания, Дашкова. Сегодня стартовали, скажи, продаж. Синие. Синие берем? Синие. Линейка ограничена. Вот то, что мы отшили... Да, есть такое дело. 50-10 моделей, считайте по одной размерной ряду. Все, и все стоит. Стрелочки, стрелочки. Да, стрелочки идут, согласен. Я люблю брюки. Я люблю стрелки на брюках везде. Нет, я люблю и на футболках, на рубашках везде. Не, серьезно. Вот я со стрелками. Чтобы стрелки были везде, да. У нас на тех блинке. Ну. Да стрелки, стрелки, они всем идут, да. Без разбора. А это очень сложная работа. Стрелки. Да. Гарь, ты кило для этих, кстати, не мерила. Они моя любимая. Какие, покажи. Ну да, они есть такое висят. Дело, да. Десятого. Помнишь, мы делали другая модель онлайн, показывала. Магазины закрыты. А он работает сегодня в таком внештатном режиме. В каком режиме? Внештатном. Где все? А мама здесь, нет? Мама? Оль. Вот они, стрелочки, посмотрите, какая работа. Вот стрелки, смотри. Так, килоты сегодня, это вообще просто у брендов топовых. Последняя фишка. Здесь модал, хлопок состав. Только конкуренты продают, 21 продают, 38 тысяч такие штанишки. А у нас вы можете купить за 2800, девочки. Так, вот. Представляете, все для вас, сейчас Маша оденет. Посоветуйте эту ковчику брюки, такие уже в другом цвете. Я буду поменять. Блин, ну мы посоветовали. Короче, там синий костюмчик какой-то есть такой, в спортивном стиле. Вроде ничего, нормально. Маша пошла переодеваться. Палаццо типа ничего. Да, около того. Ну, надо иногда быть терпеливым. Должен же кто-то быть, так сказать. Меня тоже надо терпеть в чем-то. Не только ее терпеть, но и... Чтоб все было, как говорится, в меру и в рамках укладывалось. Ну да, может быть, как на рынке, дороже, но плюс-минус. А что, магазин закрыт на самом деле? Даже вот сейчас вот Елена говорит, что все закрыто. 3 недели она вообще не работает здесь. Да, да. Чтоб не обиделась. Да нет, скорее всего, это... Скорее всего, не обиделась, а скорее всего, это солидарность. Гуйлнас Селим, ну, я не сомневаюсь, что вы, наверное, топор. Вы-то, разумеется, у вас надо брать онлайн-уроки. Сейчас меня муж увидит через спикер. Так, не ходите, голова кружится. А что, приземлиться, что ли? Нет, сейчас не штрафуют. Нет, не штрафуют. Не штрафуют, но спрашивают иногда пропуск, если тормознут. Это же просто песня, девочки. Вы можете купить эту юбку сейчас за 2500 рублей. Под юбником. Микс шелка. Шелка. Это же бомба. Маш, скажи свои ощущения. Ну как, ты меня показываешь? Да. Покажи под юбник, Маш, красиво, сексуально. А где? Я ж только что показывала. Вторая юбка. А, вот. Ну, ты со своей попой, конечно, я так думаю, что надо точно Кардашьяну опус отсылать прямой эфир. Ну, как красиво. Конечно, красиво. Что говорят? Они переваривают.
Ну, говорят, как учительница Мария Ивановна. Не, ну тоже нормально. Ну, подожди, что говорю. Там, короче, уже ушло вверх. Да. А где Оля? А Оли нет с нами? Бля, почему Оли нет? Оли нет? Нет. Подъемник круче. Так, ладно. Не, удобно. Особенно, когда наизнанку одел и другое платье, кажется. Бабы на чайнике. Да? Так, короче, ладно, давайте дальше. Требуем поцелуй. Да ну конечно, но вы прям вот обрадовались. Еще трахнуться в эфире. Да, действительно. Как-то так, в общем. Да, блин, как этот фильтр убрать? То я хожу как этот. Что? Да у меня ресницы такие большие на фильтре. Ну и что, прикольно наоборот? Ну как прикольно? Так своеобразно. Ну я говорю, прикольно. Прикол? Да. Почему нет? Это же прикол, правильно? Ну да, прикол. Понятно, блин, думаете, да? Ресниц нету. Да. Да, есть такое дело, да. Вроде как. Маруся, посмотрите Порнхаб. Все, а что говорить? Говорят, что попрет. Более чем. А? Да не, нет, я. С двух можете? С двух? Нет, ну Володя, давай. Как вам ваши брючки? Пилоты. Пилоты. Из льна. Модал. Модал и хлопок. Какие стрелки. Да это вообще бомба. Это просто писк. Это моя любовь, я не знаю. Эти классные. Розовые. Утро. Инна, где мама, блин? Передом, можно? Стрелочки тоже. Обалденные, просто любовь моя. И вот та юбочка, мы эту юбочку не сняли. Юбочку мне дали, снимем еще раз. Маш, прорвись на 3 часа. На 3 часа. Угу. Маша любуется с собой. Я показываю. Мы выбираем наряды. Ткань лен. Лен. Это модал. А, модал. Лен это парка. А где мама? Ровно, кстати. Спасибо. Сразу позиции. Мне сейчас сразу выкидывают. Онлайн. Кого убрать? Нет, это модал. Я напиздела вам. Что она тебе сделала? Что? Я сказала не то качество, блин. Ну что, на это аккаунт. Ты очень хорошая, да, я очень хорошая. Говорят, что меня полнят. Полнят? Да. Да, и скорее всего, умещение. Не, они не маловато, они у меня в талии наоборот. Ну потрогай, в талии потрогай. Да нет, вот сюда вот, потрогай вот так. Ну, не. Вот, смотрите. Вот. Можно засунуть целую руку. Целую руку. Сейчас неправильно тебя поймут, Володь. А про собаку тоже неправильно понимали, помнишь? Блять, ну хватит. Меня смущать. Мама где? Бля, это кто мне понаписал? Жирная корова. Дочь, ты что такая завистливая, сука? Вот так нельзя откровенно показывать свои комплексы. Ты сидишь с засаленным пучком и недовольна мной. А? Так, Володь, что? Тебе больше всего что понравилось? Давай.
Давай. Мне понравилось синее. Чё? Синее. Синий костюм? Да. Вот он нормально. Нет, тоже нормально. Тоже нормально? Красотка. Вот это да. Вот это мне уже нравится. Когда вот так говоришь, мне уже нравится. Так, ладно, все. Я вас люблю, целую. Пойду дальше мерить. Синий или зеленый? Володя устал. Володя заебался. Все уже все видят, говорят, ты устал. Пиздец. Вот этот вот, вот фисташку. Нет, синий. Думаешь, синий лучше, да? Штаны. Синий, да? Ну ладно. Синий, значит синий. И синий фисташку понравился. Первый. Ой, Оля! Оля! Оля пришла! Карась пришла! Карась в эфир. Ой, карась! Карась! Чё берём, Оль? Машинка. Быстрее. Быстрее, Оль. Вот мне понравилась на тебе какая-то хламида. Хламида. Дальше какая? Смотри, вот здесь костюм, блин. Вот это и маечкой понравилось. Потом такой костюм. Здесь. Вот этот костюм, цвет красивый очень. Ой, мне, ну ты же знаешь, это мой как бы любимый цвет фисташковый. Но мне кажется, тебе синий больше понравился. Тебе лично, да? Володь, ты что там, занят, да? Нет. Маш, ну дай ему, пусть он попереписывается с кем-нибудь. Как попереписывается? Матерки ну, какие-то пишут. Отстань, отстань. Маш, давай ладно, сами. Я отстала от Володи. Костюм вот этот класс. Маш, вот это тебе маечка вроде бы. Ну, кто его знает? Синий. Нет, говорите, вот вы говорите, что синий. Нет, синий у нас только в обтяжечку, Маша, что, конечно же, я его никогда не надену, такой узенький. Но я же вполне Маша в два раза, вы просто так не знаете. У меня живот какой, я уже отъела здесь на карантине. Поэтому мне он никак. Синий или фисташковый? Давайте быстрее. Сядь, держи прям секунду, покажу Маше. Маша, ты зря ходишь без этого. Я вот сейчас уже думаю, может мне выпить амиксин? Амиксин? Я раньше не а видела. Как? А что у вас такое, амиксин, зачем пить надо? Ну, что ты знаешь, мне кажется, у меня температура мышца. Машенька, тебе очень все идет, всегда трудно. Маша, очень хорошо написали тебе синий, а мне фисташковый. Два? Да нет. Да мне не нужен никакой. Наглеть не будем. Телефон у меня заканчивается, блин. Всем фисташковый. Кому ты больше фисташковый, Маш? Вот понимаешь, у всех свой вкус. Вот то, что тебе нравится, то и выбери себе. Маленькая клубничка, видишь, говорит... Переживает сильно. Оль, тебе плохо, да? Мам, а что с тобой? Маша, может мне выпить амиксин на всякий случай? А что, заболела? Ну, мне кажется, у меня температура как будто вот так, что, не знаю, не пойму. Я сейчас смирю, пойду. Я сейчас приеду, мам. Машенька, Маш, вот очень... Пиздец, блядь, нахуй.